Доброе время суток, уважаемые любители хоккея. Сегодня вышло новое старое событие, прототипы, новая их часть. И вышел, вот кто хочет добить хатраж, не забудьте, там как раз 4 миллиона нужно набрать, по-моему, для главных призов. Значит, прототипы вышли: серебряные Марчмент, Блейк, Линдон, Шенахан, Брэндон Шенахан. Альфредсон. Помнится, Брэндон Шенахан в 2014 году только входишь в зону, бросаешь очень хороший с кистей шайбу он клал. Сейчас мы разберем всех этих игроков, посмотрим на их способности. Обновился и фэнтези драфт. Конечно, там уже у многих плюс один был. Многие уже наклепали голов. Ну, эти игроки вышли несколько дней назад, и не стал снимать видео, но я против них играл в команде недели, они были в порядке. Особенно вот эта связка Ларкин, Дебрикан, там 4 гола забили. Но это тоже были игроки, я про них не снимал. Про эту, значит, когда там они играют, по-моему, что ли, завтра или послезавтра игра будет, я Маркстрема себе взял, но пока дырявая... Решетто по-другому никак я не могу про него ничего хорошего сказать. Итак, переходим. Так, что-то у меня тут насыпалось. А, ну фэнтези закрылось. Да, насыпалось. Коллекционки. Я только 9 коллекционок сумел собрать. Вот здесь я задание выполнял. Напомню, вот здесь, если у вас 225 игр сыграть, кто не знает, это если у вас состав вы сделаете... 10 игроков, например, прототипов, что вполне реально, то вам всего лишь 22,5 игры нужно будет сыграть. Ну, 23. То есть не обязательно 225 игр играть. Делите количество игр на количество игроков прототипов у вас в составе. То есть 10 прототипов, 22 игры вполне реально за недельку сыграть. Но я не осилил столько игр. Так, переходим. Вот сюда заходите в My Collection. Здесь все разбираете. Так, ну у нас кто? Прототипы сначала серебряные. Так, а где они? Правильно зашел? Сначала серебряными. Так, Тайдами вышел. Его не было. Но это энфорсер, силовой форвард. Зверюга такой, Тавгай. Девчонка, ну она... У меня была 85-я карточка, сейчас 86-я Харви. Левый защитник на любителя. Даниэль Альфредсон, Швеция. Правый нападающий, playmaking forward. Ну что из показателей? Все средненько, но неплохие руки, пасы 90, пак контрол, шайбу неплохо иначе держит. Нэш уже был, Шенахан, значит, Брэндон Шенахан, легенда Детройта, в детстве, когда я играл за Детройт в компьютер, он у меня все время был. Unstoppable Force, средненькая скорость, такой середнячок, но прошу обратить внимание на вес, все-таки будет легче с таким весом. И еще если включить Unstoppable Force, неостанавливаемая сила, которую нельзя остановить, тяжело. То я думаю, в порядке будет. Представляете, 54 года уже ему. Недавно же в Детройте вроде выступал. 54, как быстро годы летят. Тревор Линдон. Очень мне рекомендовали в прошлом году его поставить. Говорят, что отличный игрок. Вот я, может быть, если в этом выпадет, не попробую. Бобби Холик. Легенда Чехии. Никаких обилок нет, суперстар абилити, что видите, написано. И такие какие-то показатели совсем, да, все около 80, хотя общий 84. Ну, видимо, такой чистый силовой нападающий. Джером Энгинлон уж был, он у меня есть в составе. Ой, вот этот игрок вообще в порядке. По-моему, тоже предыдущая коллекция, я им пробовал играть. Просто управляется, хотя показатели вроде как низкие. Но очень плавное такое изящное катание у него от этого. Так, у нас еще выпал Блейк из старой коллекции.
Ну, силовой защитник, 100 килограмм, 193 рост. Умение в защите при карточке 83, вроде 89. Маршмент вышел, 54 года тоже ему. Левый защитник, энфорсер тоже. Ну, Джо Тортон, понятно. Переходим к основной коллекции прототипы. Квин Хьюз. У меня его 84-я карточка есть, и мне она очень нравится. Он такой, как по типу Макара. Синай. В общем, пасы будут хорошие, давай тейп-тейп. И Синай, это если вратарь у вас закрыт у соперника, он бросит и больше шанс гол забить. Ну, показатели защиты, видите, там 84-85, он такой все-таки атакующий защитник. Подобрал где-то шайбу, что-то ему перепало, побежал, сломя голову, бросил с кистей, забил. Руки, видите, у него пасы 93, контроль шайбы хороший, фиты, умение в нападении, больше, чем умение в защите, хотя это защитник. В общем, по типу Макара. Макар все-таки он атакующего плана защитник, вообще он хороший защитник, и Квин Хьюз такого же плана. Я ставлю себе, знаете как, я ставлю одного силового, какого-нибудь шкафа, типа Хедмана какого-нибудь. Хедмана у меня разбивает силовым, Макар или Хьюз подбирает, убегает, сломя голову или пас сильно дает. Скорость 91, ускорение 91. Митчелл Марнер, прошлая коллекция. Брэдден Пойнт. Ну, для меня эта карточка как Митчелл Марнер, они одинаковые, только... Имена разные. Вот, просто посмотрите, да. Но все на правую руку играют. Форма синяя. Ну, для меня одинаковые игроки и одинаковые билки должны быть. Помекин форвард, это снайпер. Мне, наверное, Мардер больше заходит. Кто-то и поинтом выиграет. Итак, Брэдли Пойнт на уровне 86, скорость хорошая, броски тоже неплохие, умение в атаке 92, а у Марнера 93. Не знаю, если Марнера так просто взял, все равно потом поменяем на кого-нибудь. Бредит Качук, старая коллекция, тут все понятно. Хишье. Часто можно у киберспортсменов видеть этого... Центрального нападающего из Швейцарии. Средненькая скорость у него. Дополнительная обилка, что он умение, что он вбрасывание будет выигрывать и отбирать шайбу. Это вот хорошее умение, то есть он вам поможет вбрасывание выигрывать. И в защите отрабатывать. Умение в защите 89, видите, центральный нападающий. Слабенькая сила, то есть, ну, он юркий такой будет. Такой... пронзать оборону соперника. Я его не пробовал ни в прошлом году, ни в позапрошлом. В этом году, не знаю, если выпадет, можно побегать им. Брэд Песте. Я, ребят, честно, первый раз вижу этого игрока, как и Джудаса. Не знаю, кто это такой. Не понимаю, на что он способен. А давайте вот на 86 уровне. Блокировка бросков... стик-чекинг и умение в защите, ну, неплохое. По силе он средненький, в атаке ничего не может, руки слабые, скорость слабенькая. Quick-pick. Но быстро будет шайбу подбирать. Ну и будет блокировать много бросков против умений некоторых. Shot-blocking, видите, написано. Говорит, improve shot, серьезно увеличивает блокировку бросков. Ну, не знаю, тут надо пробовать его. Так вроде игрок никакой, а когда попробуешь, обалдеешь. Так, Тейвс с прошлого выпуска. Так, еще одна новинка для меня. Канада. 30 лет, Бонни Дженнер. Коламбус. А ПСЦ? Я даже не знаю, что за команда. Что там за логотип? Какое-то перышко нарисовано. Ребят, может, что подскажете? Я не в курсе, кто это. Где тут команда? Не пишет, да, нигде? Брэд Песте.
А, Каролина Хурикейнс, да? Он там вроде такой маленький логотип. Ладно. Так, Бон Дженнер. Так, это у нас какого плана? Центральный нападающий. Гриндер, да, он? Нападающий. Ну, сейчас я посмотрю дословный перевод Гриндер. Я думаю, что-то тоже силовое. Гриндер, шлифовальный станок. Не знаю, как правильно перевести это. Но я думаю, что это связано с силовым проникновением. Так, ability, no contest. Когда в подбор идет дополнительная сила и лидерство, да? О, Лючич выпустили. Ну, все, ну, это известный игрок. Зверюга, 109 килограмм. Тоже вот это силовой нападающий, чистый Милан Лючич. Об этом, в этой части, кстати, неплохо силовые нападающие. Потому что рельсы, все знают понятие. Как на рельсы встал, и шайбу у него не отнять. Ну и посмотрите, силовые 94, сила 94, агрессия 91. Здесь как бы понятно. Такую любит силовую борьбу подпрессовать. Соперника. Баланс 95 у него. Можно взять Лючича, Бекета, обратный силовой, и плечом будет дополнительно убивать соперников. Enforcer Forward силовой и силовые дополнительные синергии. Ну, я этим игроком никогда вообще не играю, это как-то на любителя. Я Гудыч все взял, вот эту защиту из вот этого. Вот он просто сносит всех подряд. Только дотронется, человек падает. Больше он почему-то бросает хорошо, хотя посмотрите, точность у него какая. Он меня бросает, вообще шайбы не видно. Хотя броски не такие сильные. Так, ну, остальное мы, по-моему, все разобрали. Давайте еще поковыряемся, что тут могло нового произойти. Какие-то, может, нам события дали. Тут вот X-Factor же был, кто не знает. Ну, также одна коллекционка, чтобы взять. Тут все то же самое. 60 коллекционов МакДэвида можно собрать. В общем, здесь ничего нового. Так, и переходим теперь. Ничего себе. Терволайн, Сегин. Гудрон, ёпрасоте, вот это игроки. Расмус Сандерс, ну тут вообще выбор отличный. Ну да, 36 тяжелый. Я бы, наверное, взял или... Ну, Сеган был страм, вы помните. Я бы Гудрона взял себе. Я очень хочу им играть, он вообще отличный игрок для киберхоккея. Но вот это вот, конечно, напрягает, что тратите 5 игроков, чтобы 3, 85-х, где их взять, чтобы 3 коллекционки получить. Ну, давайте посмотрим на... Что-то я про фэнтези как-то не обратил внимания. Посмотрим показатели. Погнали. Лафарнье уже 81 вырос. Быстро забивает. Тело Терлайнин. Ну, вот это хорошая очень синергия. У меня все в команде... В команде такие Пуконестринг. Третий Пуконестринг. Пук как-то не звучит солидно. А где наши игроки? Ралли. Расмус Андерсон. Ракета. Бросать будет с кистей с дистанции. И длинные пасы. Так, Чичран. Скорость 82 базовая. Ну, у него будет все в порядке. Несколько голов забьет. Да, что тут смотреть? Показатели все слабые. Где тут этих игроков-то как найти? Да, еще тут так. Где Гудрон наш? Да, как-то тяжеловато разобраться, где тут что.
Ну ладно, суть поняли. Я, наверное, ну, Сегун вообще любимый игрок многих киберспортсменов. Наверное, его будут собирать больше. Я, наверное, Гудрон соберу. Он мне много спасал, когда я в первый дивизион заходил. Он мне такие голы забивал. Маленький, юркий. Таких там три игрока в НХЛ с таким весом удержаться. Просто молодец. Фина, наверное, Тео будут собирать. Ну, в общем, помните, как это было, по-моему, позапрошлом году, или в прошлом, не помню, когда Сегун травму получил, его фэнтези просто менялось, то обидно, конечно, было. Гудрон. Я буду Гудрона собирать, если успею собирать коллекционок. Так, ну, посмотрим, раз мы тут смотрим все обновления. Добавили кое-какие задания. Коллекционка, базовый набор, два золотых игрока. Но ради этого как-то особо стараться не хочется. Такое все банальное. Момент, они тут всегда болтались. Ну все, я пойду в Хатраш поиграю, наверное. Все мы просмотрели. Удачи всем, ребят, пока-пока.